Как минимум мне нужно 1-1 сыграть. Неважно. Как Так, минимум нужно поехали. 1-1. Желательно, конечно, вот прямо сейчас белыми выиграть и все на этом закончить. Не доводить до каких-то жутких Да, нервов. такая чушь, конечно. Давай, c4. Нормальный, спокойный Обе ход партии. Е6. Все, собрались. Чат Так, начитаю. c4. Что где стоит у нас? Слон на h2, да, хочет на h7. В Блиц, кстати, у него небольшой рейтинг, при этом у него в фиде, я Давай помню, c5, окей. 2400 был, как минимум. Так, ну b3. Кстати, это напоминает вот одну из партий, вот вторую в Швейцарке, где я как-то какой-то жпан получил. Мне как-то не то, чтобы очень понравилась та партия. То есть, видите, те же слоны. Давайте, наверное, пойду e3 я и f4 сыграть. А, меняется. Так, слон g6 есть идея. Может просто побить. Я просто побил, ладно. Побил. И f4. d3 у меня защищен пункт, это важно. Не знаю, мне, кстати, это кажется неудачно, черные провели идею. Теперь белые так захватывают с темпом пространство. Перси f2 просто. Да, в этот раз дебют я плохо разыграл, мне кажется. Да, мне кажется, у белых хорошая позиция. Ферзь на g8 Давай коня остался, да. развил. Надо бы его было вывести Не буду куда-то. торопиться пока с какими-то активными действиями. Да, прошлая партия до В сих пор принципе, все для время, меня, белых. конечно, и Так, две надо ничьи откинуть устраивают, мысли. но на ничью я играть не Просто буду. играть. Я буду просто пытаться играть в шахматы Так, и победить, f6. чтобы закончить все Конь здесь и куда-то сейчас, лезет, да, уже минута досрочно. 5. Конь на g6, Да, непонятно, что рокировка. делает. Так, рокировка. Куда мне вообще лезть? Ферзь Что мне f7, делать? наверное. Давай ферзь f7 и рокировку сделаю. Тут мне нравится ход d4, на самом деле. f5 я не боюсь. Даже вот d4 так вроде пойду. не страшно. Сразу. d4 сыграл. Захватывая по максимуму пространство и по максимуму пытаясь d5 придавить хочет меня черных. зажать. Хочет Я меня думал задавить. f5, d4 на конь e5, но там какие-то конь g4 прыжки начинаются. В общем-то, мне связываться, наверное, с этим Ну, не окей. нужно. Да, я думал, слон e5 за черных неудачная была Сыграем идея. вторым номером. Пускай ходит Тут я d5. просто d5 хотел сыграть. И убить слона черных. И по центру задавить, попытаться черных, соответственно. f5, конь h8 Так, не, ну тогда. это мне позиция прям нравится, на самом деле. Ладно, Жаль, конь шутка. Конь f5, e5 чтобы e6 не было, появилась. конь Так, конь d6 нам висит. f5. Потом e4, e5 где-то, может быть, попробую. Или ферзя на g3 пока можно. Да, мне кажется, белых очень хорошая позиция. Правда, опять же, вот как мы уже сегодня, Не зевнуть бы как я уже какую-то сегодня вилку, здесь говорил, против e6 хочу пойти, такого рано или соперника, может поздно. быть, это и не так хорошо. Как ни Конь странно. b5, пока h6 есть ход, не Ладно, страшно. e4 я, наверное, сыграю. Так, ну тут e6, наверное, я обязан На ходить туда, e6. или нет? Конь e3, я думаю. На g3 я хочу ферзя поставить. Все-таки. Ну погнали, чё. Да, давай конь e3. Так, назад. e5 черные могут пойти, правда. e5, наверное, g3 можно сыграть. И в 5 конь f4 e5 как-то не уверен, вообще. что мне так же сильно нравится. В план это не входило, но мне кажется, Да, что это e5. логично. Тут уже так сыграть. Так, конь f5 нету идеи. Конь f5, забрали Структура-то и выгодная все. с белопольными Такое. слонами получается. Ну, такое. Ну да, мне же три ход нравится. Просто Коня на аккуратненько d6, защитил. наверное. Конь d6 ожидаемо дам. Не уверен насчет этого хода, но вроде Ну, смотрится. кстати, знаете, мне нравится вот это все-таки. Конь f5 я Я играю. понимаю, что он конь f5 может На сейчас взятие пойти. еф, конь e7, fe и конь e4 потом могу поставить где-то. И как какое-то давление очень уж приятное получается. Блин, что ж я так... Конь f5 зевнула, надо Мне было чуть ли просто d6 не рука ставить. трясется. Я какой-то, да, вот стримерские турниры, матчи, они имеют, конечно, какую-то особенную атмосферу, особенную ауру. Скажем так. Очень нервно. Так, сюда. d6, не знаю, d6 мне не нравится. Конь e4, там взять на f5, возможно. В принципе, в этой партии все может закончиться очень быстро. Можно g4 пойти. В принципе, g4 и потом коня на e4. Мне нравится. Сразу конь e4 говорю, вот взять на f5, по-моему, возможно. Давай g4 и Угу. среди конь e4 сыграть.
слон Да, еще конь на на А8, e4 идет, такой что делать? полутрупик. d6, конь e4. Надо тут только аккуратно где-то, чтобы жертва на d5 не пролетела в удачный для черных момент. О май гад. Так, ну давай так, и конь c8, я уже не Сюда. знаю. Так, вот С конь последних e4, жертва сил, на d5 мне как не говорил пролетит. Да вроде не должна. неизвестный Так, конь гроссмейстер. e4. С последних сил. Да. Так, не, ну это уже вообще хорошая позиция, конечно. Смешная позиция, абсолютно Давай безнадежная. сюда. Просто Конь g5 дожили. грозит, на ферзь c7, f6 хочу пихнуть. Дожили. Тут тоже f6, конечно, очень заманчиво выглядит. G5 просто, да? f6. Бум. А, F6. Очень хорошая позиция у белых уже. Просто доминация полнейшая. Может, блин, g5, наверное, был лучше, кстати, я так сейчас смотрю. Да. g5 был лучше, чем f6. Фиг знает, ладно. Так, только дожать. Только дожать, Вова. Там еще конь G5 угроза. Конь G5 угроза сейчас очень сильно. Просто нет ходов, что ли? Так, если я заберу, он там просто бьет, шах, взял, все, проиграл, да? G5, ферзь H6. Правда, вот ничем конкретным я пока не грожу. Потом небольшая проблема. Сюда. Но это я не думал, кстати, что хорошо. Конь d6 могу пойти же. Че на конь d6 реально? Ферзя будет отдавать? Ну, давай. Да, конь d6. Скрытый удар же просто. Good enough. Причем там даже грозит не конь e8, а f7 или конь e8 и f7. Надо ферзя, по-моему, уже отдавать черным. Да, ну вот просто f7. Лишняя ладья. Так. Еще и f7 находит. Ну да. Это что-то совсем жесткая партия вышла. Вдрызг выигранная позиция. Так, забрал. Да, просто. Сюда. Так. Так. Ну окей, GG. Я с Фу! половиной проиграл. Отлично! Ну да, просто Все, ну да, победили. реванш уже не Два надо. с На половиной на пол второй очка. партии все Неожиданно удалось. решилось. Кстати, и в первой партии Что мы турнир стояли закончен, выигранно. можно даже и с движком поанализировать. И в этой. Два с половиной на пол очка прошли четвертьфинал. Отлично. Да, все-таки не как в турнире. Удалось Третью я даже все-таки смотреть не собраться, хочу, его а вот во подкрутки второй хотя бы интересно. немножко контролировать. Да, ну и в Во этой партии второй мы что-то неудачно было сыграли, я интересно прям их посмотреть. очень жестоко задавил. Так. Отлично. Четвертьфинал пройден. И мы выходим в Мне кажется, в полуфинал. дебюте. Ну да, Фу! просто Да, плюс 2 честно получил в говоря. дебюте, Хотя выиграно. вроде кажется, что матч-то в целом сложился легко, и в G5 первой стояли ошибка, да. выиграно. И во второй вроде бы... Ну, во второй, конечно, Говорит жесточайшая просто была конь бьет борьба. d6, надо Третья было такая пойти конь однокалиточная d6, немножко b3 и получилась, слона но на тем не b2 менее. ставить и так Есть играть. Ну победка, ладно, мне и кажется, g5 полуфинал человеческий ход. наш. Как минимум. f5, разумеется, Как ошибка. минимум полуфинал наш. Всего лишь 0-0-6, Так, ну что, давайте да. посмотрим какой-нибудь другой матч. Мне казалось, здесь совсем уже Например, выиграно, а тут Арсений ладья уже не c4. играет, В видимо. нули. Ужас. Арсений. Шах, так, 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 так. А, вот играет он. Почему показывал, что он e4, и играет? неожиданно здесь нет Арсений хода, да? против Крокера. То есть мне казалось издалека, Так, кто что у нас здесь там еще какой-то играет? конь e5, cd, ладья и Почему партию c7 ему будет показывают, очень как будто сильно они не играют, выиграно. они играют. Ну, как минимум, да, А конь f4 Маэстроиста как-то короля против ладью Клементьевича. вывести, Вот, или кстати, наверное, просто поинтереснее матч. Давайте сильный его глянем. слон, пешка лишняя, почему бы здесь не быть перевесу. Так, это у нас еще за эндшпиль катается. Ладья Какой счет? f5, А, h4, Маэстроиста, смотрите, он выигрывает. Но так. это... Первая партия у нас, Взял по-моему, была в h6, Швейцарке, это, ошибка да? уже. Да, это в Швейцарке Здесь я была просто уже партия. не понял, что делать, Соответственно, счет хода у не них видел. 1-1 и полтора на полтора. h4, может, надо было Теперь они пойти, чтобы играют g5 не было. решающую Казалось, четвертую сейчас все это партию попадется после какого-то в d6. матч нокаута. Так. Ну, минус 5, да, в принципе, Есть. заслуженно Привет, должен был полуфинал, проиграть. Он фантастика, доигрался разгром. до Уже непонятно не уйдешь ни чего с чем. вообще. В нарезку. Здесь я Как заехал, поставить ладья второй лайк, не c8, знаю. так. Фостергран, привет.
B5 шах. Поздравляю, Надо молоток. было Молодец, просто очень делать пешок и напряженно, идти в интересно. туалет. Вот и Поздравляю. все Во, твои резюме. стримы топ, безусловно, спасибо. Делать ничью, идти отдыхать, Не играть дальше прогружается, в окей, определенном да. счете. Нет, 143 я лайка, кстати. сыграл. 280 зрителей. Всем привет, всем Ну, спасибо. конь, Двигаемся дальше. типа, конь сильный, да? Ну я Будет. доволен. Я Надо доволен. Уже в конем выиграть полуфинал как не попытаться. выйдет. Кстати, давайте посмотрим, на кого я Гениальный конь выхожу. e4 ход, после Получается, у ладья нас c1. Висит абсолютно первым все, играет с слон восьмым, c2, это угроза, понятно. мата А потом просто. победители с пары играют первый Хода с третьим, нет. второй с четвертым. А, то есть я Просто играю как хода раз с нет. победителем пары Висит вот мат. этой. Шах ничего Тогда не точно дает. это смотрим. Я играю с победителем Ну, пары вот последние с там Клементис Чох против миллисекунды я Маэстро тут Иса. Кто даю из них какой-то победит, вот с дурацкий кем я играю шах. полуфинал. Жертвую качество, хожу ладья b4. И, кстати, Он напомню вам, у здесь нас еще как минимум два допускает матча, опять потому что кто, даже неточность. если я проиграю в А, ну эта полуфинале, еще позиция уже играется матч за проигранная, да? четвертое, за третье место. Ну да, на конь опять Так король что еще как b6 минимум просто два матча выиграл. впереди. Кстати, сколько? Блин, 2 часа стрима идет, прям вообще незаметно прошло. Окей. Да, но турниры стримеров это, конечно, топ. Не знаю, кто согласен. Конечно, в моих мечтах Плюсик в конь на чат. c2 должен был попасть, да? Мне кажется, любые И турниры там начинаем стримеров на это победу топ. катать. Ну, ладья e3, очень красивое завершение банкета. В третьей, ну, это первая Да, партия. но я болею за Ну, Маэстро Иса. ладно, То есть, можно кажется, даже если посмотреть он тоже победит бочком Клементи, еще тут. типа он сильный, да, ну, Угло. безусловно, но все равно мне с ним, наверное, матч будет играть проще, чем с Клементи. Все-таки предпочтительно выйти, конечно, в Опять финал, пешку съел. а не бороться за Понятно, третье место. компенсация есть у белых. И с Клементием это будет очень Скинул. непросто. Правильно сыграл. Хотя вроде он сегодня и по швейцарке так видно не блещет. Все Может быть, шахматы правильно. Фишер не Все совсем его. правильно. Вообще партия В общем, шансы в чистая. любом случае какие-то есть. Партия Посмотрим. чистейшая. Король c7 Так, ошибка. вот пошли плюсики, да. Зевок. Сколько Король приятностей. Вов в c8 еще одна ударе. ошибка. Так, ладно, для Николая Дубовика Шах. тоже материала дофига, однако будет стурика данного. Да, для Ну Николая окей, это Дубовика партия на ничейку, материала плюс будет она дофига. такая. Так, F5 Было провели лучше, белые, потом такая было жертва, и хуже. хотели не скрыть, но, видимо, может, Это подзевнули, что нормально, на взятие на теперь слон ничью c6 у черных так не сильный ресурс. подобрал. И уже Но черные третью развивают свое партию давление по большой особо не диагонали. В хочется разбирать. принципе, у черных позиция вполне. Там я очень Ну, с плохо моей стороны, сыграл. мне кажется, мне тоже, да, вот, и видите, спасибо за подписку на канал. С Маэстро Иса тоже все непросто. Счет 6,5 на 7,5 в его пользу. Так Плюс что... 3. Жесть. Так что Слон все e5 просто непросто плюс в 3. этой жизни. То есть за счет В любом пространства вот так фишеровских можно случае. сразу безнадегу получить. Плюс 4 пешки. Позиция, блин. Я-то думаю, чего у меня нет ни одного нормального хода. А оказывается, тут просто плюс 4. Вот что, да? И даже здесь плюс 3. Ну вот тут-то, ну так, как бы. Там d6, a6 пойти, слона вывести на c8. Белые ничего не Майами сейчас, сделают я за вижу, это посмотрела, время. она прям продолжает стрим, Наверное, не коней на досмотрела мой b5, матч а ладья просто и выиграла. комментировала. Ладью на d8. Прикольно, Вот прикольно. это мне не очевидно, что тут такая оценка. Такс. Ну что, нам пока остается только Но ждать здесь я понял, соперника что топ. Пошли подписочки, Олег Ф. и Алексей Кочев, спасибо Но вот у большое. меня вопрос вот в этой позиции. Вот допустим, если я хожу Нам пока d6. остается только ждать соперника по полуфиналу. d6 просто. Надеяться и верить. Как думаете? Мне кажется, выгоднее, И конечно, да, что? чтобы вот в этой партии Маэстро Иса Ну, победил, допустим, и тогда пошел я с ним именно играл слона четвертьфинал, ой, вводить, да, полуфинал. конь d8. Да, приятно, То то есть есть если я уже в любом пытается. случае обеспечил призы. Напомню, в Ушел. этом турнире 4 призовых места. А, Это некому 300 защитить, да, долларов за пешку на первое, d6. 200 долларов за второе, 100 долларов за Насильно. третье и 50 долларов за четвертое. По курсу 1 к 60, как написано в положении. Ну да, я понимаю, рано или поздно ладьи придут, Но, g5 конечно, проведут, хочется у меня бороться нету фигур, да, в игре. за самое высокое место, Но безусловно. опять же, то есть Но такие первое место, позиции, я они верю, могут совсем, легко я думаю, развернуться в совсем обратную тяжело будет. сторону, Там дальше жигалка слон вам сегодня еще в выйдет. ударе, похоже. Да, но Я это думаю, наверное, ладно, под ноль там Вова выиграл, да? заслужил, удачи ему дальше. Скорее всего. Так, чем мы ее без всего? Да, под ноль Поиграли, просто. повеселились. Просто 3-0 обыграл Семенычева, Женя с которым у меня спрашивает, в были призах ли проблемы. я, но я так понимаю, нет. В турнире. Насколько я знаю, 4 приза было. Надо Не, ну я в посмотреть любом случае сейчас. уже рад. Уже и швейцарку хорошо отыграли. Какой приз? 4 Нифига приза себе, это было, и 4 типа под круто. Только первый, что просто ну, так кого-то первый не догадали. матч за, Да, что похоже, там, за все-таки 50 Клементи долларов. побеждает в этой партии. А дальше за 100, за 200, за 300. Но 4 приза, по-моему, да?